Это самое здесь замечательное, ну, типа, самое предостримечательное. Никто не понял, давай здесь. Очень красиво. Мы только что въехали в Австрию без всяких проверок, без ничего. А вот на выезде видел, там стояли эти, там, видимо, досмотр. Вот так вот просто мы пересекли границу другого государства. Начальник уже ищет. Начальник ищет, где бы сфотографироваться уже. Ты уже ищешь, где сфотографироваться? Я думаю, вон там вот. Просто страшилка. Палево. Ну, так подержи. Да я видео снимаю какое-то. Все нормально. Все нормально. Штубаина. Друзья, всем привет. Advanced Boardshop, как и обещал, делает небольшой обзор технологии Step-On от Burton. Это инновационная технология крепления без стрэп. То есть классических стрэп нету. То есть это, скажем так, очень сильно усовершенствованная технология Step-In, в которой, грубо говоря, исправили все ошибки, на которые постоянно жаловались. То есть такие крепы работают только вместе с ботинками технологии Step-On. Ботинок выглядит таким вот образом. То есть в данном случае идет центральный фиксатор, крюк, которым вы фиксируетесь у хайбека, и два боковых железных крюка слева и справа ботинка. Вот, после фиксации основного крюка фиксируются вот эти два, которые не дают ботинку гулять. Ботинок идет усовершенствованный и сделанный таким образом, чтобы, будучи в ботинках, вы ощущали, будто вы в креплениях с классическим стрэпом. Вот, то есть, будучи в обычных ботинках и затянув вот эту в данном случае боа, ботинок приобретает жесткость и ощущение, будто тут затянуто классическое стрэп. Крепление. Да, имитирует стрэп. А, собственно, фиксация происходит вот так. Две секунды, и вы, собственно, готовы. Все, Григорий защелкнулся. Можно ехать. Давай вторую. То есть вторая, это делается. Раз. Все, Григорий готов. И вот так вот ехать. Очень быстро и комфортно, и в принципе, смотрите. Не имея стрепов, да. Вы непосредственно как бы, ну, их вообще не ощущаете разницы, вы катаете все то же самое. То есть, если вам не хватает жесткости, вы можете подтянуть вот эти, в данном случае, буа, и ботинок становится жестче, будто вы затянули реальные крепления. Ну а чтобы отстегнуться, это просто фантастика. Хоп, и вы отстегнуты. Это просто невероятно. Собственно, сзади хайбек выглядит таким вот образом. То есть вот этот крюк, который вас отстегивает. Отстегнуть его во время катания практически невозможно, потому что фиксация происходит в два щелчка. То есть сначала вы фиксируетесь просто в крепе, а потом вы фиксируетесь максимально плотно. Поэтому отстегнуться просто так, задев стрепу, ну, точнее, вот этот крючок, невозможно. Собственно... Скоро они будут в Владивостоке, ждем всех в Boardshop Advance. Всем отличного настроения из Австрии. И зацените парчок. Вот самый крупный парк в Европе. Мы сегодня с Гришей, мы в принципе в нем катнули. До встречи в BS Advance.